Итак, 700 грамм картофеля натрем на крупной терке. Так, картошку натерли. Теперь нужно отжать лишний сок. Отложим половину картошки. Так, теперь возьмем форму для запекания. Я взял одноразовую из фольги алюминиевой. Лук зеленый порежем мелко. Сыр натрем на крупной терке. Так, теперь начнем укладывать. Первый слой ложим картошку. Второй слой укладываем фарш. Посолить и поперчить по вкусу. Сверху посыпем зеленым луком. Так, во вторую половину картошки добавим натертый сыр. Два яйца. И все перемешаем. И выкладываем последний слой. Посолить, поперчить по вкусу. Накроем фольгой. И отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Затем минут за 15 до конца сниму фольгу, чтобы сверху получилась румяная корочка. И вот наша картошечка готова. Наша запеканка готова. Друзья, и вот запеканочка наша получилась. Получилась очень вкусная. Правда, пришлось готовить ее 2 часа. Потому что за час картошка не разварилась. Вот такая вкуснотища у нас получилась. Ой, даже слюнки потекли. Просто бомба. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. Пока-пока, до новых встреч. Какая вкуснота.